Мишуга из тех групп, которым не принято ставить низкие оценки. При этом, если вы решите заценить их новый альбом наскоком, вряд ли сумеете дослушать его и до половины, по крайней мере с первого раза. Да, эти шведы предвосхитили Джен за более чем 10 лет до его глобального распространения. Да, Мишуга славится своей предельной честностью, их монументальные рифы могли бы пустить под воду какую-нибудь Атлантиду. Да, под их ритмы можно отплясывать еще какие зажигательные танцы, но сумеете ли вы продраться через монотонность и однообразие, чтобы оценить их легендарность? Вы смотрите Tech The Music, и сегодня мы честно говорим о новой, первой за 7 лет пластинке шведов Мишуга Immutable. Надо сказать, что в промоушен альбома вложено немало средств и креатива. Майский номер Metal Hammer вышел под громким заголовком «Инноваторы», и помимо Creator, Killswitch Engage и других, в журнал попала и Мишуга, причем сразу на обложку. Музыканты представлены в образе почтенных старцев, глубоко познавших мир и отпустивших внушающий уважение и трепет седые бороды. До сегодняшнего дня Мишуга была известна своим несколько диковатым видом, что в принципе напрямую отражало смысл названия коллектива, но сегодня это преисполненные мудростью мужик, которые уж точно знают, что производимые ими на свет вибрации имеют некое фундаментальное значение, несут сакральный смысл. И ставить под сомнение гениальность удел лишь тех, кто еще спит и вряд ли проснется. Критики ставят новому релизу 9 баллов, но в принципе, чтобы занять свои уши, вы всегда можете найти что-то гораздо интереснее. Чем примечательна пластинка, так это своей способностью погружать в какой-то анабиоз или транс. В этом плане последние пластинки Мишуги имеют много общего с другими новаторами. Tool. Те тоже любят фиксировать на своих пластинках предельно затянутые, но оттого медитативные и атмосферные композиции. Только в отличие от Tool, Мишуга рисует в своих полотнах угрюмые, проникнутые экзистенциальным ужасом образы. Впрочем, вряд ли они вас напугают, если вы уже слышали каких-нибудь Beneath the Massacre или Frontier. Начинается Immutable размеренным грохотом гитар, немного ускоряясь на следующем треке The Abysmal Eye, которая зацепится за ухо едким гитарным соло. Скажем так, самая удачная композиция на первой половине диска, идущая пятым номером, Legacy Marks. В ней чувствуется потенциал стать завсегдатаем стадионных выступлений команды, а клокочущий бас Дика Лёвгрена чувствуешь прям-таки спинным мозгом. Кроме того, за прогрессом мелодии этого трека также приятно наблюдать, сам же трек повествует о садистских и мазохистских наклонностях людей, которые грозят выживанию всего человечества. Остальная часть песен в целом скроена по похожему шаблону, особняком стоит разве что 9-минутная They Move Below, которая начинается в духе тех же Tool, а потом резко трансформируется в Мишугу. Из последних на альбоме треков наибольшее внимание привлечет The Faultless и Armies of the Preposterous. В целом здесь обнаруживается все то же аскетичное звучание, но пульсирующая ритмика этих песен не даст вам усидеть на месте, вроде бы ничего необычного, но слушать интересно. Завершается релиз акустическим аутро. Мишугу хочется хвалить за создаваемый ею образ постапокалипсиса, за то, как у них это естественно и в то же время натурально получается, и одновременно ругать за монотонность, слабую динамику и аскетизм звучаний. Конечно, такие группы нужны и важны, это радикальные ребята, которые способны сильно разнообразить спектр обогащающих ваш опыт слушателя групп. Другое дело, что этот диск, вероятно, не тот, с которого следует начать знакомство с командой и проповедуемым ей мировоззрением. Увы, здесь они во многом лишь паразитируют на своем имени. Такие вещи нужно слушать на хорошей акустике и большой громкости. Без этого музыка грозит показаться скучной, монотонной, удушающей. Если вам нравится что-то более динамичное, послушайте ранние релизы команды из середины 90-х, тот же Destroy Raise Improve, например. Ну или хотя бы даже предыдущий диск. И кстати, здесь нет ни одного хита. Рискую здоровьем своих соседей, я прокрутил трек-лист несколько раз и не нашел ничего, что могло бы в принципе запомниться. Запомнились только маты моих сожильцев. Ну а вы смотрели Attack the Music. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под видео. В следующем ролике ждите обзор на трэш-металлистов Crysix и их новый альбом. Подписывайтесь на канал. Пока!